Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова серия на проекте Amazon Roleplay. Сегодня будет 4-я серия «Путь до бизнеса». Поэтому, пацаны, обязательно просто поставьте лайк, подпишитесь на этот замечательный канал. И также не забывайте вводить по промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, за который вы получите 150 тысяч рублей. Мой промокод можно вводить на любом серии Amazon Roleplay. Поэтому берите, вводите и получайте за него реально хорошие бабосики. Итак, пацаны, в этой серии будет много чего интересного. Как вы знаете, я болею, мне уже стало немножко получше, я уже, знаете, такой бодрячок, уже там шутечки могу шутить, поэтому серия будет довольно-таки интересная, веселая. Смотрите ее от начала до конца. Я в этой серии очень много чего продам, очень много чего куплю, поэтому смотрите, реально видосик интересный, вам, я думаю, понравится. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, пацаны, едем покупать вот такую вот машинку, это BMW М8. Я хотел себе когда-то купить для перепродажи, но, типа, нормальных валиков не было. И вот Максим, то есть Америкос, продает вот такую вот малышку. Как бы ПТ здесь нормальный, целочку чуть подшаманить, в принципе. И, скорее всего, я смогу ее, ну, чуть-чуть дороже продать. Да, здесь ГОСКа хреновая, типа, ну, кто шарит в этих машинах, тот, я думаю, ее заберет. За 15 лямов минимум хотя бы. Потому что номера прикольно здесь стоят. Здесь стоит занижение, развал. Ну, то есть тачка реально такая заряженная. Нету нитро, конечно, но если было бы нитро, она бы стоила бы лямов, наверное, 20, скорее всего, с такими номерами. Поэтому едем покупать за 14,2. Ну, типа, я считаю, это нормальная цена. Он говорил 15,2, но я вообще хотел за 13 у него забрать. Ну, типа, он сказал то, что он ее взял за 20 лямов. То есть он купил тачку за 10 лямов и номера потом отдельно еще покупал за 10 лямов. В любом случае, я думаю, за 15 я должен буду ее продать. Просто реально нашки сейчас ни хрена просто нету. Есть там машины дешевые для перепродажи, но я не хочу брать то, что я уже перепродавал. Я хочу брать что-то новое, чтобы вам это было интересно. И мне это было интересно, поэтому будем делать как-то так. Сейчас у Максима покупаем. Так, 14,2. Хочешь продать его транспорт? BMW M8. Все, мы купили у него тачку. Короче, пацаны, еду покупать еще одну тачку у Максима. Тоже BMW, только E60. Короче, обычно E60 с нитро. Типа, ну, он хотел за нее 5 лямов. Я говорю, я за 4 заберу. Говорит, хорошо, ладно, поехали. Типа, я просто не хочу стоять. Тупо у Максона, понимаете, мы покупаем две машины за серию уже. ГОСКа 4,5. Целочка тоже, в принципе, нормальная. Такая же самая, как и на М8. Есть нитростик, то есть без номеров. Да, тачка сама по себе очень красивая, но она вообще не едет. Но здесь есть нитро, поэтому немножко, как бы, получше будет. Сейчас, короче, покупаю у него машину, потом наводим марафетик, там, целочку починим. И потом уже буду выставлять на продажу, там, в субботку, либо еще куда-то. Короче, наконец-то я нашел тачку для перепродажи. Это, получается, Tesla Cybertruck. Ее продает мой подписчик за 24 миллиона. Я видел, эти Tesla продавали за 33, за 27. Поэтому вот как бы она продается. Сейчас покупаем, короче, машинку Tesla Cybertruck. Там целочка чуть ушатанная, но он реально ее по дешману дает, типа за 24. Их продают минимум, я видел, 27. Благодарочка, ебать, от души душевно в душу. Давайте ручку пожмем. Реально, ему большое спасибо за то, что тачку продал. Thank you.
Минуточку внимания, хотел бы вам посоветовать очень классный канал моего друга, называется он Америкос. Данный пацанчик живет в Америке, делает стримы, крутит рулетку на очень крупные суммы, поэтому всем советую подписаться. Реально пацан делает годно, вы понимаете, просто пацан переехал из Украины в Америку, живет там, играет на мазинке и делает стримы. То есть это максимально интересно, зайдите, посмотрите, вы реально не пожалеете, ссылочка на его канал будет в описании. Давайте поможем ему сделать 1500 подписчиков до лета, поэтому просто возьмите и подпишитесь на его канал. Пацаны, я уже не знаю, какой по счету этот день, но, наверное, где-то пятый, потому что очень все сложно что-либо покупать, перепродавать, потому что онлайн вчера был, по-моему, 400, и то еле-еле просто с такой натяжечкой это было, то, что вы себе не представляете. Сейчас X3 день, 1 мая, всех, в принципе, поздравляю, как бы уже до лета тут хуйня осталась, в принципе, поэтому всех поздравляю. Сейчас едем на Ашик, 10 утра время, не знаю, есть там кто-то, нету, скорее всего, нету, но все равно сейчас поедем, посмотрим, может что-нибудь купим. Давайте я объясню, откуда у меня еще 40 миллионов. Короче, я крутил рулетку на стриме 2 дня назад, и там я заработал 10 миллионов. Ну и плюс все остальное я заработал с помощью перекупа. То есть сейчас у нас есть почти 41 миллион. На дальнобойщиках я еще катал туда-сюда. Ну, короче, я думаю, вы понимаете. Так, давайте я ВХ выключу. Там есть люди на ношане, но, пацаны, сейчас так сложно просто. Я не знаю, блять. Так сложно еще никогда не было. То есть, ну, вроде и, блядь, и люди есть, а вроде и купить нечего. Ну реально, пацаны, сейчас какая-то задница просто с этим. Ну реально, пизда. Это не из-за того, что сейчас 10 утра, а вообще, в общем, когда здесь много людей, все равно нехера покупать. Я не знаю, я уже думаю, может, домами начать перекупать. Ну реально, типа, машины не получается перепродавать, может, дома начать покупать. Просто у меня есть дом, я дам другу там подержать и буду дома перепродавать, потому что я уже заебался, пацаны, искать какую-то машину для перепродажи. Мне хочется контент снимать, блять, а нечего снимать, что я буду показывать? Как я, блять, миллиард раз в день заезжаю на Нашан, и там ничего нету для покупки. Я не могу тачку с аудио даже найти, их не продают вообще, блять, понимаете? Их вообще не продают. Вроде, кстати, 10 утра, но онлайн уже, блядь, 300 человек, грубо говоря. Сегодня суббота, как я сказал. 1 мая обнова не вышла почему-то. Хотя вроде бы должна была выйти сегодня. Потому что будут каникулы, типа 10 дней, я так понял, в России. Там у всех выходные, туда-сюда. И, блядь, почему-то только X3 включили и все, в принципе. Людей просто пизда, нахуй, сколько. Просто сами посмотрите, это ебать там людей, нахуй. Я ебу, блядь. Ты шо, смотрите, сколько этих, просто как муравьи, блядь, набежали. У меня какой скилл на шахте, давайте посмотрим. У меня 3-й уровень на шахте. Бля, боже, тоже поебаший, нахуй. Ебать, их там нахуя. На туре, бля, поехали на шахту, посмотрим, на шахту, на лесрубы еще посмотрим. Ебать, там людей такие ебашат, чисто на такую на массу, нахуй. Камушки хуярят. Не, реально красавчики, бля. Пацаны, 1 мая просто ебать его в рот, нахуй. Я хуею, как время летит. Вроде, бля, вчера уже, блядь, лето закончилось, сегодня уже начинается, нахуй. Ну шо, пацанчики, ебать, сейчас будем домик покупать. Так, Джонни Прайд, сейчас мы ему отдаем свой дом. Бля, Ваня, как всегда, нахуй, забыл квартиру продать, блядь, молодец вообще. Умничка просто. Хотя, бля, он спал, я его разбудил, я ему в ВК позвонил, ебать. Ну, точнее, через ВК позвонил ему, разбудил его, говорю, блядь, заходи нахуй. Надо дом покупать, ебаный рот. Сейчас он продаст квартирку, и я ему продам дом на время. Буквально на время, на несколько дней. Ну, может быть, даже несколько дней. Просто домик реально, который я куплю, он пиздатый просто. Я хочу его даже подержать пару дней. Заебали вы, блядь, прайте нахуй. Через жопу всегда, блядь. Ебать, он дрочит, ебать. Ебать, он дрочит, нахуй. Наконец-то, блядь. Не прошло и 3 года, ебать. Ну что ж, пацанчики и девчата, покупаем домик для перепродажи. Короче, покупаем сейчас домик очень красивый в Батырево, пацаны. Возле аптеки, возле ВЧ. Короче, реально место очень пиздатое. Покупаю я его чисто для перепродажи и для того, чтобы для себя подержать. Потому что место реально пиздатое. Там у Америкоса дом недалеко стоит. Поэтому, я думаю, будет реально круто.
так, все, покупаем, ебать. Я, короче, этому Никите говорю, я уже, ебать, его сейчас за 15 через час продам, ебать. Вся хуйня, нахуй. Не, ну я, может, за 15 продам, но, блядь, не хочу просто его сейчас продавать, потому что, ну, блядь, пацаны, ну, ебать, смотри, какой дом, нахуй. Ебать, мечта, блядь, любого, нахуй, этого, блядь, пенсионера. Капуста растет, ебать, большая площадочка, ебать, тут за корвалолом сходил, нахуй, чтоб сердце не остановилось, блядь. И охуенно, блядь. Вон, оружие, ебать, аптека, нахуй, оружие купил, блядь. Короче, ну, реально дом пиздатый, я считаю. Как бы у нас тут, вон, Джон Смит живет. Вон, Джон Смит, смотрите, вот его домик. А вон Америкоса дом, вот, вот этот, вот, где я кулачок держу, вот, вот этот дом его. Ну и, в принципе, все. И теперь я здесь живу. Пока что. Временно, но живу. Как бы, да, блин, хотелось бы здесь всегда жить, честно скажу, как бы, ну, мне этот дом нравится. То есть, я хотел бы здесь всегда жить, но целостность надо чинить на машине, поэтому поживу здесь несколько дней, потом его перепродам просто и все. Давайте зайдем, посмотрим интерьер. Госка 700 тысяч. Это вообще похуй. Надо сейчас будет посмотреть, сколько дней он оплачен, потому что это очень важная хуйня, чтобы он у нас не слетел. Домик реально пиздатый, я считаю. Типа, ну, внешне прям булочка просто. Можем теперь наши машинки спавнить, я думаю. Все, ебать, заспавнил. Машина стоит, ебать, все по красоте. Мне нравится. Домик реально в очень хорошем месте. И один из самых красивых. Вот реально, посмотрите просто, вот этот самый красивый, а этот на втором месте. Ну, все остальные такие, знаете, серые такие. Ну, вот этот неплохой, кстати, тоже такой симпатичный. Ну, а так, самые пиздатые, это вот эти два. Поэтому вот как-то так. Сука, целку не смогу починить, потому что... Я же другу коттедж дал. То есть, я думаю, цена, в принципе, нормальная. Поэтому сейчас его купим у него. Мы у него уже дом купили, сейчас еще магнум, блядь. Главное, чтобы я это все потом продал. Потому что, если я потом это не продам, я буду таким лопухом просто. Это пизда, нахуй. То есть, сейчас я покупаю бэху, у нас денег просто ноль. У нас просто остается там, ну, 400 тысяч. Все, денег у нас больше нету. Вся надежда на то, что мы это все потом перепродадим. Ну, реально, я проебал все деньги просто. Почти все, реально. У меня, вон, осталось 260 тысяч, и у меня есть 8 миллионов в банке. Но 8 миллионов, это чисто с продажи скина у меня осталось. Типа, это не считается у нас в бюджет проекта. То есть, 8 лямов, это вообще отдельные деньги. То есть, у меня осталось 260 тысяч, и остался, получается, магнум. Вот он, магнум, получается, есть. И бэха. Тут у нас развал стоит, занижение. Точнее, просто занижение. Развала здесь нету, я вас наебал. Так, какой у меня там ID? 97, да? Блядь, целочка, сука, ну, блядь, не вовремя, конечно, я дома дал. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.